И всем привет! Вот, значит, я узнал новости об этом обновлении, то, что будет. Значит, действительно будет фонарик. Крафтиться будут батарейки в этом вот ворбенче. Вот. Батарейки, естественно, конечные, они довольно-таки, я так думаю, быстро будут расходиться. Потому что потасиум нужен, еще-то там зинк, еще чуть-чуть там, короче, для крафта. А фонарик можно будет вешать снаружи, что уже неплохо само по себе. Но, насколько я видел, только на пистолет, а на другие оружия не знаю. Может быть и нет. Вот. Лось будет, как я уже говорил. И лук, да, будет этот лук, который крафтится в воркбенче. Там железные слитки нужны, там еще что-то такое. Там массы много, и жили там энергии. Но это ладно, тоже можно все набрать. Обновление, думаю, будет, ну, скоро. Завтра, может, послезавтра. И, в принципе, лось такой себе, на самом деле. Мясо у него, кстати, новое там будет, в самом лосе. Какие-то вырезка там с этим, ребра там или что-то такое. И что еще можно? На диванчике можно будет теперь наконец-таки сидеть. Или на кресле, или на диване. Вот. Ну и, в принципе, по-моему, все. Из такого. Ну, уже неплохо. Фонарик — это уже хорошо. Правда, не знаю, насколько батарейки будут быстро расходиться. Ну, посмотрим. Ну что ж, так что всем спасибо за просмотр и всем пока.